привет! Привет! Расскажи, что здесь происходит вообще, что это такое, вот это все большое фиолетовое, вообще, кто эти люди, что, в общем, что здесь такое творится? Ну, это как бы такое мероприятие по случаю Дня независимости, 20-летия Казахстана, день рождения у Казахстана. Мы снимаем вот видео, то есть посетители, мы как бы приглашаем их сюда, чтобы они записываем на видео их поздравления, они говорят свои поздравления. И лучшее поздравление будет выставляться, вообще все поздравления будут выставляться на сайт www.next.kz. И а там будет выбираться голосование проходить и выбираться 20 лучших видео. Я слышал там какие-то клевые призы, вообще что-то такое прям ух. Расскажи, пожалуйста, об этом. Знаешь ли ты что-то об этом? Да, кто попадает в двадцатку лучших видеопоздравлений, им выдается 20 юнитов и бутылка шампанского. А победитель, который вот из 20 лучших? 18 декабря, 2 часа пройдет у нас в театре, пройдет вообще вот сам выбор. Из 20 лучших будет выбирать одно лучшее, то есть лидера самый лучший. Самый лучший видеоролик получит приглашение, не приглашение, а ужин на двоих у нас в кафе. Круто! Ты записала свое поздравление? Да, конечно, даже два. Ну, ништяк. Хороший день, много народу. Да, очень много кто записали, все интересуются. Когда и где мы сможем увидеть все видеопоздравления? Все видеопоздравления на сайте www.next.kz, а 20 лучших будут избираться у нас в театре. Спасибо большое. Спасибо, пока. Пока-пока.